15 июня в Самаре официально начнется купальный сезон. Но уже сейчас городские пляжи постепенно заполняются отдыхающими. Кто-то приходит загорать под долгожданными теплыми лучами солнца, а кто-то уже проверяет воду. Чтобы самарцы и гости города чувствовали себя комфортно, профильные службы заблаговременно начали подготовительные работы. Лавочки, раздевалки, урны и другие атрибуты пляжного отдыха. Всего появится порядка 1400 единиц, из них 221 обновили либо докупили. Сначала оборудуют берег в районе первой очереди набережной, затем специалисты привезут все необходимое на пляже возле второй и четвертой очередей. На других городских пляжах оснащение появится сразу после завоза и планировки песка. Подрядчик трудится ежедневно с 5 часов утра. Мы торопимся к 15 июня пляжи открыть в срок. Все делаем для этого возможное. Зависит, скажем так, от того, как люди с пониманием отнесутся. То есть, ну, потому что уже хочется и загорать, и купаться. А так как по пляжу будет ездить тяжелая техника, конечно, просьба с пониманием отнестись, и это будет намного быстрее. Житель Самары Максим Чижов с первыми лучами солнца торопится к воде, чтобы освежиться с утра. Так любит Волгу, что признается, купальный сезон у него практически круглый год. Но летом отдыхать комфортнее, благодаря пляжному оборудованию в том числе. Потому что это очень приятно и удобно, ну, радоваться Волге, радоваться комфорту. И хотел бы обратиться в то, чтобы все берегли оборудование, которое будет выставляться сейчас на пляже. И, ну, вообще и любили друг друга, и учились дружить друг с другом, потому что сейчас лето наступает, время радости и такого взаимного открытого общения. В целом, в этом году, как и в прошлом, на пляжах установят диваны и лавочки с навесами, тенты в виде грибов, качели, горки, а также оборудуют детские зоны, обозначив их специальными низкими заборами. Такие лягушатники для ребят планируют оборудовать возле первой, второй и четвертой очередей набережной. Также специализированное оборудование разместят в двух зонах рекреации «Доступный пляж» для маломобильного населения. На них будут работать волонтеры, которые будут встречать и провожать к месту купания. Имеет специальные сходни в воду для облегчения захода в воду и специальные настилы, и, кроме того, специальные раздевалки и туалеты для инвалидов. Всю доступную акваторию разграничат буйками. Специалисты просят отдыхающих соблюдать чистоту, не оставлять после себя мусор, выбрасывать его в контейнеры. Собирать мусор будут не реже 2 раз в день, а при большой нагрузке кратность уборки увеличится. Напомним также, что на пляжах запрещено курение, распитие спиртных напитков и выгул домашних животных. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.